Эксцентриссимо. Как часто мы забываем, что в богатстве и роскоши живут те же люди, что и везде. Они болеют, они забывают, они разговаривают с телевизором, когда с ним не согласны. Российский предприниматель Тельман Исмаилов построил в Турции отель для состоятельных отдыхающих. Вбухал в него $1 миллиард. И это не считая гонораров для гостей. На открытие Мардан Палас приезжали Моника Беллуччи, Шерон Стоун, Парис Хилтон и Ричард Гир. Всех надо было чем-то привлечь. На отделку из чистого золота и балюстрады из хрусталя они не поведутся. Видели уже такое и не раз. И все там хорошо и красиво. Можно из отеля не выбираться. Свой пляж, аквариум с экзотическими рыбами с разных континентов и зоопарк заменят целое путешествие по разным побережьям. Аттракционы, спа-салоны, поющие фонтаны, помпезность и блеск. Вместо номеров – комфортабельные виллы с отдельными садами и бассейнами. Если вдруг Элтон Джон захочет тут отдохнуть, ему номер с роялем предложат. Но радужно у Тельмана все было только снаружи. Спустя несколько месяцев после открытия лучезарного отеля там отключили свет. То ли платить нечем было, потому что миллионы за отдых в Анталье олигархи выкладывать не хотят, то ли как-то забылось. А золото и хрусталь, увы, не могут заменить освещение. Эксцентриссимо.